Продолжаю. Министерство социально-демографической и семейной политики региона готовит к работе электронную систему предоставления компенсации льготникам. Напомню, с 1 января будет отменена единовременная выплата на оплату услуг ЖКХ. Ей на смену придет новая схема для региональных льготников. Это ветеран труда, реабилитированные, репрессированные, многодетные семьи, бюджетники, работающие в сельской местности. Вводится компенсация в размере 50% взноса за капремонт. С 30 до 50% увеличивается компенсация для многодетных семей. Изменения коснутся 550 тысяч жителей области. Чтобы упорядочить процесс предоставления льгот, будет создан электронный реестр. Самый важный момент в реализации данного закона – это информационный взаимообмен между министерством и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Это принципиально новая технология, совершенно новый механизм исполнения закона, поэтому именно информационные технологии здесь должны нам очень серьезно помочь, и нужно очень серьезно воспользоваться возможностями информационных технологий на современном этапе.